Всем привет! У нас вот листопад начался. Особенный привет Gearbox 63 Поволжья. Спасибо, ребят, за раздатку. Следующее обращение к вам будет уже за коробкой передач. Ну и хочу сказать, что редкая птица, пролетевшая мимо, не оставит следа на ниве. Это деньгам. У нас начинается увлекательный фильм по этой Ниве. Машина 98 года выпуска. Заводится она вот так. Ну и как выяснилось, у этой машины дело не раздатка, а коробка передач. Это будет отдельный рассказ. Рассказ заключается в том, что я вам покажу, как на этой машине гудит старая раздатка. Но я так думал и решил заказать новую компании Gearbox 63 Поволжье. Ну, потому что в других местах, так сказать, не хотел я заказывать. Заказал, поставил новую раздатку. Об этом вы все это увидите. И звук никуда не ушел. Я так напрягся, думал, что новая раздатка тоже шумит. Но потом случилось интересное. Я забрался под машину. Вот туда, вниз. Вот сюда. И вот там есть коробка передач. А у коробки передач есть вот такой поддон. Железный. Железный поддончик. Вот. И я постучал вот так вот. Вот так. А там пусто. Открутив заливную пробку, я залил в коробку передач 1,5 литра масла. Ну, естественно, трансмиссионного. И только после этого коробка наполнилась. Ну, естественно, при наличии масла испорченная коробка продолжала визжать. И вот теперь мне предстоит еще заменить коробку передач. Ну, смотрите фильм, очень интересный. В общем, решил на Ниву я раздатку себе поменять, потому что я на Ниве на своей уже ее перебрал, но перебрал я ее, видать, как можно перебирать поломанная. Она в итоге все равно будет четкая, но поломанная. В общем, гудит у меня сильно Нива. Сейчас проедемся, покажу. Прям гул стоит. Прям вообще, ай-яй-яй. Всем привет. Это моя Нива. 98 год. На ней гудит раздатка. Сейчас поедем слушать эту раздатку. Вот здесь стоит где-то раздатка там. Я ее перебирал, но она все равно гудит. Поменял там шестерни этих, в общем, сателлиты поменял, палец поменял, поменял сколько-то там подшипников, практически все, но она все равно гудит. Едем испытывать. Ну, испытывать, как сказать, все испытано, ну, как бы для памяти, как сильно она гудела. Сейчас поедем, запечатлим это.
сейчас даже слышно, вот так вот делает. Останавливаемся, включаем повышенную, первая включена, и едем. Ну, тот же самый этот, вот так вот, ни больше, ни меньше. Еще у меня люфт, люфты в раздатке, люфты есть. Я менял сателлиты, и шайбы туда не влезли. А сейчас, видать, там приработалось, и теперь люфт появился. Пятую воткнем, будет до 100. Разгоняем до 100. Кстати, даже звуков меньше. О, если бы я сейчас знал, что я еду сейчас с коробкой передач совершенно без масла. До этого сколько машин это ездило? Кстати, вот загнал во двор мопед свою машину. И вот смотрите, я сцепление выжимаю, тишина. Все. Вот здесь нету ничего. Смотрите, отпускаю сцепление. И прям сразу. Дядя Володя, ты тупой? Без нагрузки уже. Это же гудит коробка. Пустая, без масла. Раздатка сейчас стоит на месте. Что ты городишь? А вот тишина, только движок слышен. И отпускаю. Погнала. Ну и вот. Искал на Авито. Гирбокс 63 Поволжья. Смотрел вот оценки, отзывы почитал. У нас 53 тысячи стоит под 54, оригинальная, в магазине в Курске. Здесь было три варианта цен: 27 500, 30 500 и 37 тысяч. Ну я вот за 30 500 приобрел. Всем привет! Сегодня 21-е. Да, 21-е сегодня, наверное. Еще посмотрим. Да, 21 октября. О. Отправляюсь получать в этот СДЭК в Курск раздатку. Ну вот, добрался до СДЭКа. Сейчас посмотрю, сколько времени ушло. 54, а выехал 29. Ну, 25 минут. Получилось, ехал нормально вообще. Полезай коробка в лукошко. Люфтов вообще нету, вообще, от слова совсем.
Ну ладно, ехаем домой. Ай-яй-яй. Попал под тревогу. Вот. Орет сирена, пипец. А я тут еду с раздаточкой своей по городу. Ну вот, коробка дома. Ну, раздаточная коробка. Сейчас вот так, чтобы светлее было. Ну, смотрите, вот так она выглядит. Кто знает там, какая она должна быть, пишите. Люфтов вообще нету. Вот. Шевелю вот один фланец, шевелятся все. Вот просто вообще вот я дышу на него. Вообще. Рычажочки. Все, датчик. Везде шайбы стоят. Граверные. Я думал простые, вот посмотрел, наверное, шайбы стоят везде. На герметик собрано. А я свою перебирал, без герметика собрал вот центральную эту. И оттуда стало писать, ну какать, в смысле сочиться. Вот. И это вот без герметика я поставил тогда у себя. И тоже оттуда потекло. И прям снимал крышку верхнюю и там на месте переделывал. То есть вот. Здесь уже как заметно, что сделано все это.